Наверняка многим хочется уютную переноску для животного, которую достаточно развернуть, устроить собаку, быстро закрыть и помчаться по своим делам. А если эта переноска еще мягенькая внутри и удобная? Тюдор – именно такой вариант сумки. Внешняя часть сделана из полиэстера, внутри – искусственный мех. Дно переноски съемное, двухстороннее. Внутри есть карабин для пристегивания. Сбоку сумки карман на змейке. Что примечательно, открывается сумка с помощью одного фиксатора на магните. Сумка легко складывается, чтобы взять ее с собой в дорогу. Сумка стильная, удобная, а главное, очень тепленькая внутри.